музей Алферьевской школы Зарайского края Московской области. Учащиеся и педагоги Алферьевской средней школы, активисты сводного юноармейского отряда «Светозар», сотрудники управления образования приняли участие в первом телемосте «Зарайск-Благовещенск», объединенные именем маршала. Организаторами стали управление образования администрации городского округа Зарайск и сотрудники музея-заповедника «Зарайский Кремль». Мероприятие открыла заместитель главы администрации по социальным вопросам Валерия Маркович. Два города, Зарайск и Благовещенск, связало имя выдающегося полководца, маршала Советского Союза, героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкого. В музее средней школы номер 23 поселка Маховая 5 хранят память о Благовещенском высшем танковом командном краснознаменном училище имени Мерецкого, уроженца Зарайского края. Само училище располагалось в этом же поселке. Быть курсантом училища было всегда престижно и почетно. Его выпускники сражались за родину в годы Великой Отечественной войны. В 2018 году энтузиастами сохранения памяти об училище в музей «Зарайский Кремль» была передана на хранение копия знамени Благовещенского танкового училища. Затем один из выпускников переслал музею 25 книг, которые долгое время находились в одной из бывших казарм. Во время телемоста зарайцы рассказали амурским школьникам о Кирилле Афанасьевиче Мерецкове и морском разведчике Викторе Николаевиче Леонове, о том, как пересекались военные судьбы двух наших земляков. Участники мероприятия выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, которое обязательно будет продолжено. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.